Последние дни февраля в Волгограде организовали зимнюю школу для православной молодежи. Основная цель проекта – помощь в творческой реализации молодых православных христиан на приходе. Юноши и девушек ожидали лекции, мастер-классы и презентации молодежных клубов и студий. Как сформировать молодежное движение на приходе, познакомить юношей и девушек, приходящих в храм, и объединить их на одно общее дело – миссионерского или социального служения, а может быть, на создание киноклуба. Ответы на эти вопросы искали на 4-й зимней школе православной молодежи. Но я думаю, что молодежь, наверное, привлекает современные форматы мероприятий. Им это импонирует, и они доверяют этим мероприятиям. Поэтому им это помогает прийти, думаю, к Богу. Потому что то, что как бы подходит бабушкам, не всегда подходит молодежи. И не всегда бывает им интересно. Прихожане храма Волгоградской епархии посещали семинары, на которых им также рассказывали о различных направлениях молодежного служения. Это, например, евангельский кружок, либо диалоговый клуб, по поводу журналистики, то есть по поводу того, как молодежь может освещать деятельность, жизнь прихожан внутри церкви. Обучение основам журналистского мастерства – важная часть школы, ведь многие молодые люди ведут блоги и странички в социальных сетях, где рассказывают о жизни своего прихода. Церковь давно уже выходит в информационное пространство, и очень важно, чтобы этот выход был качественным, чтобы создавались грамотные информационные поводы, чтобы имидж церкви не страдал от таких выходов, а наоборот улучшался. Зимняя школа завершится защитой проектов, реализацией которых будет заниматься молодежь на своих приходах. А в августе в епархиальном лагере продолжит свою работу летняя школа.